Просто лучше, да. Вот, а все. Что-то представляется? Нет. Нет, на Кубе Золушки вы будете, расскажи с нами. А смотреть, подождите, простите, куда? Конечно, да? Вот. Ага. Окей. А, мы только что посмотрели «За окно квартиру» по Михаилу Булгакову. Постановке Кирилла Серебренникова. Да. Какие у вас остались эмоции после просмотра? Замечательные, мне очень понравилось. Я была еще на самом первом показе в июне. И второй раз уже, и эмоции просто восхитительные. Спектакль чудесный, понравилось все. И современные какие-то ноты, детали, графика, музыка, костюмы, декорации просто великолепные. В общем, МХТ оправдывает свое название, свой статус. Я очень рада, спасибо. Здорово. А вы будете советовать мне спектакль знакомым, друзьям, коллегам? Обязательно. Я очень люблю Кирилла Серебренникова. И все мои друзья, однокурсники уже, в принципе, в курсе. И да, обязательно, конечно. Здорово. Я вот первый раз была на постановке. Я до этого знакома с Кириллом Серебренниковым только по его киноработам. И это прекрасное открытие сезона таким замечательным, интересным, ярким спектаклем. Потому что я очень трепетно отношусь к режиссерам, которые ставят классику в современном какой-то интерпретации. Здесь это очень ярко, интересно и запоминающееся. Здорово, спасибо вам огромное.